Так, домашнее задание. Чему я научился и чему меня научили? Сейчас попробуем на вот этом панцеркапуте слетать на задание и вернуться живыми. Так, первое, что мы делаем, смотрим. Противоюзовая система включена. Закрылки на 10. Надо повключать сразу это и вот это, потому что вот это будет нагреваться еще долго. Пока. И Маврик включить, потому что они у меня есть. У меня тут Маврики и вот эти вот ракеты АПКВС с лазерным наведением. Ну, больше такого ничего нету. Пушечка. Мне надо будет слетать в этот. Так, здесь. Так, 251. А где мы находимся? В Минводах. А в Минводах у нас 264. Сейчас мы накрутим. 264. Включено. Включено. Так, а что у нас тут еще есть такого? В принципе, у нас ИЛС 109,3. Сейчас сразу на берегу. 109,3. Ну, включать пока не будем. Пусть так готовый стоит. И так, карта у нас. Карта. Маршрутные точки у меня есть. Я пока без системы координат. А будем летать пока так. Так, активировать длинное H. И вот у меня первая точка, вторая, третья. Ну, надо сгонять, слетать. Там танки выехали. Надо их изничтожить. Так, здесь у нас пока пусто. Здесь ничего перезапускать не надо. Маврик греется. Он еще будет греться. Около 3 минут, по-моему, что ли. Так, в общем, вот так. И встаем на карту. Пока здесь яркость ИЛСа можно добавить. Потом, что еще у нас? Навигационная первая, да? Да, вот первая. И теперь, так, сейчас погромче сделаем, а то мне не слышно, что я в кабине сижу. Так, тым-кам-тым-тым в кабине. Вот так сделаем пошибче. Слетать надо мне будет. Это Черкесск. Я просто вот здесь, на полигоне, поставил 6 танков. Надо хотя бы парочку убить. Дальше не полезем, потому что вот тут С-125, они нас сейчас сразу будут видеть. Тут враги, враги, враги. Здесь мы. Здесь враги. Тут их много, но танки появились. Надо мне их выколотить оттуда. Так, все, закрылки на 10. Теперь надо, насколько я понял, вот здесь зажать тормоз ручной и добавить до 80 обороты. Держим тормоз. Поднимаем до 80. Можно чуть побольше. Все, он зашевелился. Еще надо вот эту штуку включить. То есть забуду. Автоматический отстрел. Так, ну, с Богом, короче. Тормоз отпускаем, обороты на сотку, следим за скоростью и подруливаем ровно 60, так, 70. Фиксируем переднее колесо, ждем скорость где-то 120, поднимаем переднюю стойку. И взлетаем. 3.08. Минводы. Разрешаю руление на полосу 3.0. Мы уже вырулили. Так. Все, убираем шасси. Убираем закрылки. И теперь держим хаткой. Поднимаем угол. Где-то 10 градусов. Вот так вот хаткой. Раз, 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 раз. 12 много. И разгоняемся где-то до скорости 200 с мелочи. Ну вот так вот. Пока идем. Идем пока на первую точку. То есть мы скоро. Вот я хаткой щелкаю. Здесь триммер
на хатке он тык-тык потихонечку, тык-тык. То есть вот у нас первая ППМ, номер один. Вот эта скорость тут. Или скорость, смотрим, вот тут. Это вертикальная скорость пошла вверх. Уходим, уходим, назад щелкаем. Высота поднимается потихой. Высоко не полезем, потому что нас S-125 скоро начнут уже фиксировать. О, кто-то звонит, как обычно. Так, потихонечку поднимаемся, поднимаемся в сторону первого ППМа. Вот, вот так вот. Красивое. Летит, летит. Под облака не полезем, потому что нам с лазером тут еще управляться. Так. Этот готов. Вот он, ромбик. О, нас уже видят. S. Все, секут. Если по планшету смотреть. А по планшету. Так, здесь надо поменьше сделать. Он здоровый такой. Вот так. И все. Ну это да. Ладно. Летим. Отклоняемся. Короче, надо на первый ППМ. Потихонечку заруливать. Скорость у нас 207, еще мало. Градус тангаж можно уменьшить. Вон она, ППМ. Разгоняемся где-то, ну, 220 хватит. Вот уже выше облаков залезли. Тут с лазером сложно. Летим, летим. Все, скорость, обороты убираем. Где-то в зеленую зону выравниваемся. И как только вертикальная скорость опустится вот ниже единицы, можно буквой А встать на автопилот. Смотрим за скоростью. Обороты где-то вот так. Оставляем. И летим. Скорость 228. Высота 9700. Ну, это 3 километра. Ну и пусть пока так едет. Здесь у нас первое попадем. Там скоро уже подойдем. До нее у нас по расстоянию. Сколько? Много? Много. Почти рядом. Так. Это активируется длинным К. Переводим ее. Черно-белый видеорежим инфракрасной контрастности. Пусть пока так. В принципе, он пока не нужен. Вот так. Летим, летим. Так, что мы еще тут забыли? Вроде пока все. Ну, мне так кажется, пока все. Едем, нас пасут. Летим, вот. Танки здесь. Сейчас ППМ пройдем. Можно, в принципе, на второй щелк. Все, он говорит, вон, туда, налево давай. Ну, поехали. С автопилота сняли. И поворачиваем. На одной и той же высоте. Смотри, чтобы вертикальная сильно не росла. Вот так. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем. Вон. Вот второй ППМ. Надо чуть пониже, потому что там он облака. Мы отсюда там не сможем атаковать автопилот. И теперь. Раз, два. Буква В длинная. China Head. Держим. И вот, все наши системы, включая Маварик, перещелкнулись в ту сторону. Если мы сейчас Маварик выберем, Мав, вот,
Сейчас мы туда его активи. Так, сделать активным этот МФИ. Длинное H. И Маварик туда же наклоним в эту сторону. Вот где-то. Там враги. Теперь посмотрим, где эти в танке. Так, это у нас В. Приближение. А теперь тут. Активируем тут. В. Приближение. Из облаков ничего не видно. Еще приближение. Тут есть зуммер Home и End. Клавиши. Облака. Облака мешают. Значит, с автопилота уходим. Сбрасываем обороты. И снижаемся ниже облаков чуть-чуть. Вот так. О, как красиво. Прям нырь туда. Ну, летим. Убираем обороты, чтобы скорость не росла. Вот. А теперь выравниваемся. Оборотики добавили. Чуть-чуть правее. Вон озеро большое с кораблями. А вон там враги. Так. Сбрасываем триммеры все вот эти. И опускаем нос. Автопилот. Так. Теперь ищем наши, так сказать, танки. Они у нас где-то вот тут. Где же вы, где? То есть, если смотреть на ИЛС, вот мы ездим кинокамеры прицельным комплексом. И где-то под нашим ППМом находятся танковые войска. Но где-то они вот тут. Сейчас мы поближе сделаем и все это увидим. Если вот так сделать, то танковые войска, вот они. Близко? Вот. Вот первые танковые войска. Это у нас лагерь боевиков. Это у нас вот вторая линия. А они на первой. А первая линия, вот она. Допустим, возьмем вот этого поближе. И теперь левый Ctrl, стрелка вверх, точка. Теперь мы вот на этот ромбик наводим Маврик. Вот так. Смотрим сюда. Фиксируем вот на этом первом танке. Фиксируем прицел и ждем. Потому что расстояние до этого черта 11 километров, 11, то ли миль, то ли что. Можно сделать вот так. Левый Alt F1. Тут все более-менее. Но тогда неинтересно. Обратно. Теперь смотрим. Прицеливаемся. Теперь надо его в захват сделать. Захват, 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 захват. Еще далеко. Ой, попугай переживает. Это у меня попугай веселый. Разорался. Увидел танки. Вот сейчас мы должны его взять. Это танковое хозяйство. Тихо ты, баран. Вот он, змей. Траншейный. Вроде мы его в захват берем. Он уже почти под нами. Вон они. Вот они уже, надо стрелять. Так. K длинная, H длинная, есть захват, пуск, полетели, ракета, полетели, полетели, все. А теперь следующее мы попробуем взять вот этой лазерной ракетой NAV. Летела. Теперь мы. Вот она по лазеру идет, а мы берем следующий танк. Где он? Ну вот этот. Сейчас мы его зафиксируем. Так как у нас вот эта ракета с лазерным наведением, то надо будет включить лазер. Вот эта буква L пока выключена. Как лазер включим, она заморгает.
Сбрасываем обороты. О, в танк мы попали. Сбрасываем, пикируем. Вот он. Лазер включается той же кнопкой, которой мы тормозили колесо переднее при взлете. Вот, я включил. Буква L справа на мониторе заморгала. Огонь. Держим. Можно еще вот так его отбесить. Попали, но не убили. Уходим. Видишь, он дым выпустил сразу. Включаем обороты. Поехал, поехал, змей. Сейчас мы найдем на второй круг. И его с другой стороны достанем. Где они там? Вон они. Скорость сильно не разгоняем, потому что обороты приберем, приберем и поедем сейчас, отвернем туда. И не забываем о том, что у нас с правой стороны за нами следят зенитно-ракетные комплексы, которые могут бахнуть играющие. Автопилот. Warning, autopilot. Нет, не ходит, надо выравнивать его. Ой, не туда нажал. Ну это ладно. Ракета полетела опять. Боеприпас кончился. Так, 250. Автопилот. Летим. Вон он горит. Это хорошо. А справа. Сейчас мы уберем масштаб. Вон там. С-125 отсвечивает. А эти вон сзади горят. Сейчас мы. Мы-то вот здесь на правом МФИ прицельным комплексом зафиксировали точку. Просто не видим, потому что он сзади. Поэтому мы пока его не наблюдаем, танка. Но он у нас там сидит в памяти. Просто прицельный комплекс не может поворачиваться прям кругами. Вот пока. Так, едем. Это помехи. Прицельный комплекс. Вот он. У нас одну ракету я выстрелил в цель, одну просто так. Ну ладно, сейчас отойдем подальше. Здесь единственное, что карта какая-то кривая, мелкая. Хочешь по масштаб побольше сделать, меньше делается. Ну вот так. Но мне нравится вот тут гонять. Так, все, ладно. Ракета у нас работает, работает. Маверики нам не надо. Это включено. Автопилот убираем. Разворачиваемся. А там уже и оти. Осы что ли подключились. Эска. Одна прям рядом. Одна дальше. Засекли. Ну а мы разворачиваемся. Обороты поменьше. Руль пошибче. Теперь побольше. Чтобы вертикальная не падала и не завалиться. Заходим обратно на танк. О, сейчас мы его увидим в телевизор. Заходим, заходим. Скорость 200. Добавили обороты, чтобы не упасть. Элька у нас моргает, надо выключить. Вот, лазер-то моргает. Надо, когда попали в цель, надо лазер выключать. А то мы без него останемся. Автопилот. Так. Где у нас танк? Куда он там уехал? Падла. В убрать. А уехал он куда? Вон, один горит, другой вон. Ну давай вот этот возьмем. Вот. В. Ну вот на него. Сейчас мы лазером и шугнем. Автопилот снимаем. Он где-то слева. Буква М. Перещелкиваем режим стрельбы. И эти ракеты, они как нары. Как нары. Ну, в смысле, неуправляемые. Сейчас просто сделались управляемые. Поэтому они далеко не сшибают, как маверики. А надо подойти где-то мили на 4, по-моему. Что-то такое. Вот сейчас до него 6. Ну вот мы сейчас к рубежу подойдем.
Вот отсюда обычно стреляет, но можно подальше. Идем, идем, идем. Скорость 250. Можно даже убрать. Теперь вот этой же кнопкой, которая фиксировала переднее колесо при взлете, можем включить лазер. Вот я нажимаю. Справа на мониторе L заморгала. Две штуки дынь и ждем. Попадет или нет. Пулемет-то он стреляет. Но две ракеты хватит ему. Недолет. Есть попадание. Разлетелся. А нифига. Короче, не. И уходим. Обороты максимум. Опять он уехал. Короче, этими ракетами в лоб его не взять. Тем более, это, по-моему, этот. Английский. Уходим, уходим, уходим. На максимум. На максимум. Маневры. Скорость 289. И уходим, уходим, уходим. Ну, в общем, так. Боеприпасы у меня еще есть. Но один танк мы грохнули. Теперь попробуем вернуться на базу. Табу. Это выключим. Все. И попробуем на базу приземлиться. А приземлиться мне надо обратно на ноль. Так, сейчас мы на автопилот встанем. Скорость убавим. Warning, autopilot. Не хочет. Так, навигация, буква М, 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 М. Вот навигация. Вот автопилот. Сейчас он выровняется. Где мы? Мы вот тут. Минвода здесь. ИЛС 109,3. ДБРС 10,4. ВОР 117,10. Но у нас делать можно проще. Нажимаешь функцию, насколько я помню. Функция 2, он дает диверт, минеральные воды. Нажимаем, и он говорит, вон туда, уже показывает. У нас ИЛС 109,3. Готово? Готово. Его можно включить. 109,3. Тынь. И вот здесь. ИЛС. Тынь. А сам он нам показывает по навигации, то у нас там в правую сторону лететь, вот на восток, да. Здесь у нас еще вор какой-то есть, да? А вор у нас 117,1. Ну, 117,1 это у нас 17,1. О, запищало. Запищало. Все. Ну, поехали. Поворачиваем. Вертикальную не набираем. И смотрим, как у нас на ИЛСе показывает направление на базу. Вон она. Вон она. Скорость 250. Ой, что-то ракета. А, надо же выключить, я забыл. Вот это надо выключить. А то и так я сейчас ракеты все отстрелю. Ракеты-то не надо стрелять. Стоп, 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 не падаем. Так, полетим, летим. На-на-на-на-на. Вон туда. Выравниваем его. Вертикальную скорость сбрасываем.
250. Автопилот. Бом. Все. Вот этот может выключить. Летим мы домой. Вот. То есть получается у нас дом там, там. Летим мы домой. Домой. На Минводы. Пока да. 117.10. Свистит. Только теперь его надо перевести. ДФ. О. Теперь. Так, ИЛС у нас 117.10. Азимут полосы 120. Ну ладно, пока летим. Летим. Ту-ду-дум. 120. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот так ставим 120. А вот я не помню, как вот эти включать. То ли так, чтобы выехали планки. Не помню. Ну ладно, хоть что-то. Тут написано, что выключено. Короче, у нас вот. Полоса там. Курс 120. Судя по нашему движению. Ага, мы идем. Нам на полосу выскочить. Где-то в глиссаду попасть, где-то надо сотку идти. Сейчас запросим. Запрасывается левый альт, а левый контрол, нум, минус. А, левый альт, нум, минус, вот. РП, Минводы, возврат. Минводы, 308, возврат. 308, Минводы, следуйте курсом 108, удаление 6.0, давление 28.83, посадочный 3.0, занимайте высоту круга. Вот. Понятно. Посадочный 3.0. То есть с обратной стороны. Вот отсюда. Заруливать. То есть нам нужен 583 дальний. А 583 дальний. Ой, не тут. Тара-дара-дам, тара-дара-дам. 109.3. Ну, короче, разворачиваться, аж там. Так, сейчас я кое-что гляну. Ой, ладно. Ну, значит, надо лететь с обратной стороны. Облетать это все дело. Как и сказали. На 120. Ну, поехали. Вот так параллельно мы сейчас выставим свой курс. И пройдем. То есть получается мы сейчас должны пройти вот так. 120-м курсом. То есть параллельно полосе. Пойти там развернуться. То есть полоса у нас вот так стоит. Вот я сейчас иду параллельно Минводам. Мне дали 30-ю. Вот я сейчас на 30-ю попробую залезть. Но это имейте в виду. Я тренировался и потихонечку хочу показать там одному человеку, чему я научился в одиночку. Вот мы сейчас обойдем это все дело. И будем заходить вот по этим параметрам. 109.3. Runway 30. И 12. 109.3 ИЛС работает. Так она там нету на Минводах.
Вот они. Сейчас будем разворачиваться. Сейчас дойдем вот до этой горы и развернемся. Так что у нас ИЛС, если сработает, вор 117.10, ИЛС либо 109.3, либо 111.7. Но нам дают ИЛС 109.3. Вот судя вот по вот этой байде. Вот. Можно, в принципе, разворачиваться. Мне еще рано. Сейчас вот эту гору, на этой горе будем разворачиваться. Попробуем. Эх, ма. Сейчас его сажать еще. Скорость 240. Летим пока. Наоборот, нормально. Вот. Полоса у меня. Глиссада у меня слева. Сейчас будем на нее заворачивать. Так. С автопилота сняли. Поворачиваем. Вертикальную не набирая и не падая. Чуть-чуть подруливаем. Шарик в центре держим. Как учили на поворотах. Вертикальную не набираем, не набираем, не набираем. Просто тупо креном разворачиваемся. Вот, сейчас у меня по навигационным приборам глиссада впереди. Да. 2 по вот этой штуке. Ну, посмотрим. Можно докручивать уже. Доворачиваем и поехали. ИЛС кнопка нажатая. Нажатая, светится, светится. Поворачиваем, поворачиваем. Скорость 230. Поворачиваем, поворачиваем. И вот у нас планки повыезжали. Приборе. Идем. Так, сейчас мимо пролетим назад. Она у нас слева. И сбрасываем скорость. И делаем запрос. Не так. А вот так. Ой. Блин, неудобно с одним джойстиком. F1. Минводы. 308. Разрешите посадку. Сбрасываем скорость оборотами. Выпускаем шасси. Но они мне уже говорили работать с посадкой, поэтому я уже... Вот, смотрим теперь на вот эту штуку. Она показывает мне параметры посадки. Попытаемся сесть. Что-то я даже высоко уже. Скидываем скорость. Закрылки пока еще не откроются. Как-то не пытайся. А вот все. На 10 градусов они вышли. Теперь надо скинуть скорость. 140 где-то. Мы взлетали на 110. Можно тормоза выпустить. Левый Ctrl. B. Держишь. И вот они вылезли. Чем дольше держишь, тем шире открываются. Левый Shift B. Вот мы сейчас идем, судя, убираем. Тормоза пока убираем. Вот. Сейчас мы смотрим вот сюда. И идем вроде ровно. 3.08. Минводы. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 3.1.4. Планируем, короче. 6 метров в секунду. Обороты... 3.0. Обороты вообще 0. Я вообще их убрал. Скорость большая. Надо маленько вот так по вертолетному садиться. Снижаться вот так. Можно, видишь, он показывает. Вверх, вот так ровно. Вниз, вот altitude, так. Altitude. Теперь садимся, садимся. Круг, о, вниз, вот так. Теперь маленько поднимаем на сяру. На сяру, на сяру, на сяру. Вверх. И колесами тормоз воздушный выпускаем. И ставим его на задние колеса. День. Опускаем нос.
Тормоз выпущен. Миноводы. 308. Отмена взлета. Все. Мы сели. Теперь тормозом колесным притормаживаем. И можно отпустить рулевое колесо. Вот мы сели. Спокойно. Спокойно. Без шума и пыли. Левый shift B держим. Тормоза убираем. Воздушные. Убрали? Убрали. Судя по показаниям. Теперь вот мы едем. Едем. Едем мы вон на рулежку. Можно вот на эту зарулить. Можно остановиться. Тормоз держим, держим. Главное, что мы сели. Обороты, ну, вот. Заруливайте на стоянку. Да базара нет. Ну, короче, хоть чему-то я научился. А вот это все, навигацию, точки, план полета, я пока изучаю, но кое-что вроде получается. Ну, притормаживаем. Заруливаем. На сильных скоростях не надо поворачивать, а то он на бок падает, на крыло. И все. И вот так можно ехать теперь. Можно даже окно открыть, то жарко. Все. Вот он едет. Вон он я, по-моему, это я. Ну-ка я гляну. Точно. Он. Ну. Вроде так. Аляулю, приехали. Ну, теперь посмотрит учитель. Может поправить. Да и вы можете поправить. Я только начал его изучать. Пока Апача нету. Жду Апача. Я уже купил его по предзаказу. Ну, пока можно здесь. В принципе, электроники тут навалом. Можно поизучать тут. На Апаче, надеюсь, будет легче. Ну, какое-то вот такое полет. Ну, автоматический выкл систем у меня вот так. Пока так. Научился я заводить его, запускать. Это долго, конечно. Но вроде штурмить я так более-менее научился. На маленьких, коротких миссиях. Не судите строго. Может, кому пригодится. Так, что он тут? Горить? Ну, подчикал его. Танки-то хорошие. Один горит. Но он тот, я его забуцкал с этого. С Маврика. А в этот я долбил. Простыми нарами. Лазерными. А он целый стоит. Ну да ладно. Потом еще прилетим. Добьем гадов. Пока.